Тебе здесь не нравится? Хочешь, чтобы мы отсюда уехали? Прямо сейчас или, может быть, хоть переночуем? Все, 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 я поняла. Все хорошо, мы прямо сейчас уедем, не волнуйся. Я с тобой, слышишь? Я с тобой. Говорил, что отомстишь за меня. Юлька, так даже если я это сделаю, ты же не вернешься. А я так не хотела уходить от тебя. Так не хотела оставлять тебя. А Кирилл? Кирилл разлучил нас. Навсегда. Кирилл получит то, что заслужит. Обещаю. Мы сделаем все, что в наших силах. Я отсюда не уйду, пока не увижу, что ведется работа по моему заявлению. Кирилл Сергеевич, вашу жену и сына уже ищут. Ну и какой план действий, район поиска? Где? Мы проверяем все возможные направления. Поезда, самолеты, автобусы. На имя вашей жены не было зарегистрировано никаких билетов. Моя жена умеет обманывать. Она может сейчас где-то спрятаться, чтобы отсидеться. Мы опрашиваем свидетелей. Изучаем записи камер видеонаблюдения. Так дайте мне посмотреть, может, вы что-то пропустили. Не имею права! Кирилл Сергеевич, наберите терпения. Ищите лучше. И я в долгу не останусь. Мы сделаем все, что от нас зависит. Как только появится информация, я сообщу. Я все время на связи. Какой напористый. Вот семейка. Да знаю я ее. Я помню, его жена прибегала с разбитым лицом, а он извинялся. Она с ним ушла. Теперь вот он пришел. То она его винит, то он ее. Разбирались бы сами. И не говори. Раз говорила, ты веди себя прилично, как договаривались, да. Понял? Извините. Все в порядке, мы ждем вас ужинать. Спасибо вам огромное за приглашение и за помощь, но мы, к сожалению, не можем остаться. Спасибо вам огромное, до свидания. Ну вы же только что приехали, ничего не видели еще. Да, но просто Данечке очень скоро нужно в школу, и он должен общаться со сверстниками, а у вас тут... Да вы хоть переночуете? Ну, как говорится, утро вечера мудренее. Нет, мы поедем сейчас, спасибо. Поедем в Москву, обратимся в другой центр, и Кирилл нас там не найдет. Но вы, может быть, дадите телефон, я вызову такси. Так зачем такси? Я сам довезу вас до станции. Спасибо. Только с одним условием. Вы хоть поужинайте на дорогу и попробуйте непременно моего сидра. Нет, нет, спасибо, мы не голодные, правда. Да вы хоть чай-то выпейте на дорожку. Давай, давай, чайку. Ну, чаю можно, да. Да? Ну, а, Данечка, тебе чаечек, держи. Спасибо. А вы? И мы тоже. С вами.
Это ветер. Надо качели смазать. Еще раз спасибо вам за гостеприимство, но нам правда пора. Пойдем-ка. Простите. Смотри, баба там какая-то на берегу. Похоже, с моста сбросилась. Так, звони быстро МЧС, а я пойду посмотрю. Звоню. Вася! Живая! Живая! Сержант Некрасов. Где мой сын? Где мой сын? Фамилия, имя, отчество? Лебедева Елизавета Ивановна. Дата рождения? Послушайте, давайте договоримся. Вопросы здесь задаю я, вы на них отвечаете, хорошо? Дата рождения? 16 марта 93-го. А теперь расскажите, что произошло перед тем, как вы оказались в воде. Мы с сыном пили чай у наших новых знакомых Михаила и Нины. Михаил обещал довести нас до станции. Название станции? Не помню, послушайте. То есть вы утверждаете, что не помните, как оказались возле моста самоубийц? Самоубийц. Подождите, вы хотите сказать, что я хотела покончить с собой? А вы не хотели? Нет, у меня ребенок. Умоляю вас, скажите, где мой сын?
Мы были на ферме. Адрес фермы. Я не помню. Нина. Пишите, Нина, она знает, где эта ферма. Она привезла нас туда. Нина! Фамилия Нины, отчество, контактный телефон. Послушайте. У вас раньше случались провалы в памяти? Нет. Вы употребляете наркотики? Нет. Кто отец ребенка? Лебедев Кирилл Сергеевич. Так вы жена Кирилла Лебедева? Да что ж вы раньше-то не сказали? И я сам не сообразил. Так он вас ищет, весь город поднял. Только, пожалуйста, не говорите ему, что я здесь. Хорошо. Очень вас прошу. Так, вот здесь вот, где галочки, пожалуйста, поставьте свою подпись, расшифровку и дату. А какое сегодня число? Так вы не помните. Кажется, 17 июля. Не нужно ставить дату, я ее поставлю сам. А когда вам станет легче и память к вам вернется, мы составим фотороботы Нины и Михаила. Всего доброго. Послушайте, но мы должны... Отдыхайте. Даня. Да, слушаю. Доброе утро, майор Катаев. Есть новости. Я могу подъехать? Да, конечно. Жду. Это вы собрались? Я должна найти своего ребенка. Это невозможно. Послушайте, вы не понимаете. Мой сын в опасности, я должна его найти, его похитили. Я все прекрасно понимаю. Но по регламенту после попытки суицида вас следует на психиатрический учет поставить. Вам в больнице придется пробыть несколько дней. Подождите, вы хотите сказать, что я в психушке? Психиатрическое отделение городской клинической больницы. Так, послушайте меня, я не сумасшедшая. Моего ребенка похитили, а меня пытались убить. Вы меня не слышите? Слышу. Все, что вам нужно сейчас, это крепкий сон и отдых. Это таблетки моей жены. Она их много принимала. Рецепт на нее. Ваша жена когда-нибудь говорила, что хочет покончить с собой? Ну, она много чего говорила, когда я собирался с ней развестись, а что? Ее нашли в реке. Недалеко от так называемого моста самоубийц, она сейчас в больнице. А Данька? К сожалению, его мы пока не обнаружили. В смысле, вы его не обнаружили? Ну, так вы его как-то ищите на реке, на местности, я средства выделю. Его ищут и полиция, и волонтеры. Я вам сколько раз говорил, моя жена нестабильна, она вполне могла взять ребенка и прыгнуть с ним в реку. Мы во всем разберемся. Вы уже разобрались, я сейчас сам поеду в больницу с ней поговорю. Врач запретил ее беспокоить. Вам нужно успокоительное? Леночка, сделайте укол. Не надо укол, я абсолютно здорова. Вы что, врач? Нет. А почему вы смеете так утверждать? Не надо меня трогать. Не надо меня трогать!
Санитары! Пожалуйста, послушайте меня, моим. Послушайте, пожалуйста, я вас очень прошу, поймите руку. Мне это, прекратите вы, ну! Да, мой сын, он в опасности, понимаете, что с ним могут сделать все, что угодно! Колите! Да, пожалуйста, я вас очень прошу, пожалуйста! Нет! Вам знакомы некие Нина и Михаил? Нет, мне не знакомы некие Нина и Михаил. Почему вы меня про это спрашиваете? Она дала путанные показания, в них фигурируют эти имена. Где личные вещи вашей жены? При чем здесь личные вещи моей жены? Вам сейчас надо моего сына искать! Мы не уверены, был ли он с ней в тот момент. Важны любые зацепки. Где личные вещи? Наверху в спальне, в гардеробной. Пойдемте, я вам покажу. Что случилось-то? Ой, дела. У нас тут следователь. Вчерашняя дамочка-то с сыном сбежала, сына убила, а сама оказалась в дурке. Да вы что? Ну надо же, а? Вот Анна Борисовна и показания дает. А что заставило Лизу Лебедеву сбежать из вашего центра? Вы плохо оказали ей помощь? Ну что вы, у нас работают лучшие специалисты. А что тогда случилось? Скажем так, мы оказываем помощь женщине только если она сама этого хочет. Иногда, к сожалению, приход к нам является только манипуляцией. Объясните. Конечно, огромное количество людей приходит сюда с настоящей семейной проблемой. Однако бывают дамочки. Они придумывают невероятные истории про своих мужей, чтобы избежать ответственности за собственные поступки. Вы считаете, Лебедева из их числа? Да, увы. У нее проблемы психологического характера на фоне приема определенных препаратов. Иначе как объяснить ее действия? Она прибежала с сыном, рассказала о своей проблеме, а потом устроила этот цирк с побегом. Зачем бежать, если правда на ее стороне? Понятно. А скажите, у вас работает волонтер по имени Нина? Нет. Нет, таких точно нет. Ну, я сверюсь со списком, хорошо. Извините. Прости, я занята. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Елена. Елена, вы были вчера на работе? Да. Вы помните инцидент, связанный с посадной посетительницей центра? Да, я слышала об этом, мне рассказали, но сама я вчера ушла рано. Понятно. Хорошо. Я могу поговорить с врачом, который работал вчера с Лебедевой? Это она, Раиса, психолог. Ирочка, проводи, пожалуйста, в 301 к Раисе. Я хотела бы взять отпуск за свой счет. А что так? Мне нужно сделать обследование перед операцией. Хорошо, хорошо. Оформляй. Спасибо. Мне необходимо задать вам несколько вопросов. А вы меня совсем не помните? Вас? Простите. Я мама девушки, которую убил муж 2 года назад. Помните? Мне жаль, но при чем тут? Я приходила к вам. Она приходила к вам, кричала, умоляла. Она говорила, что муж ее убьет. И что вы сказали? Вот когда убьет, приходите, оформим. Полагаю, это была всего лишь шутка? Да. А мою дочь убили. Если у вас есть претензии, пишите моему начальству. А это вернет мою дочь? Так, вы вчера работали с Елизаветой Лебедевой, правильно? Да. Она приходила к нам в центр и просила о помощи. Ее систематически избивал муж. Кирилл Сергеевич утверждает, что его насильственные действия – это плод ее воображения, поскольку она употребляла наркотики. Кирилл Сергеевич, получается, ее слово против его. И вы почему-то верите ему. А я верю Лизе. Почему? Администратор тоже сказала, что Лиза была неадекватна. Я специалист. А я вижу, что она надломлена, но пытается спасти свою жизнь и жизнь своего ребенка. Наркоманки так не делают.
Мы проверим все факты и доказательства. Лебедев тиран. И судя по вашим действиям, ему все сойдет с рук. Это уже серьезное заявление. Да. Я вам больше скажу. Лиза, похоже, не первая его жертва. И если вы копнете глубже... Мы закончили. Спасибо. До свидания. До свидания. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня программа «А мы к вам в на чай». В гостях у бизнесмена Кирилла Лебедева и его семьи. Познакомьтесь. Это моя жена Лиза. Лиза, значит? Андрей, ты же отомстишь за меня? Я знаю, ты сможешь. Я выкраду его ребенка и жену. И он будет мучиться, страдать, пока не сознается во всем. Лиза, значит. Смотрите! Смотрите, здесь что-то есть! Тут вещи. Сюда! Ничего не трогайте. Вызывайте криминалистов и идите искать на другой берег. Погнали. Кошмар какой. Вот, 315-й. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, Аня. Кирилл Сергеевич, доброе утро. Вам нужна какая-то помощь? Анечка, мне очень нужна ваша помощь. Вы во всем можете на меня рассчитывать. Скажите, Аня, у вас есть такой волонтер Нина? Нет, уже приходила полиция, спрашивала. Ну, может быть, какие-то консультанты или сотрудники? Нет, я уже проверила все списки. Штатных, внештатных сотрудников. Mm-hmm. К сожалению, нет. Тогда, Ань, если у вас появится какая-то информация или вы что-то вспомните, mm-hmm. позвоните мне. Хорошо. Не в полицию. Мне. Хорошо? Конечно, Кирилл Сергеевич. Хорошо. Mm-hmm. Да. Кирилл Сергеевич, мне очень жаль. Вы нашли моего сына? Только его вещи. Все указывает на то, что он... Мой сын жив. Вы допросили мою жену? Пока нет. Мне сейчас звонил врач, она только что проснулась. Я еду к ней в больницу. Госпитализировали Елизавету Лебедеву. Сегодня ночью или утром? Да, спасибо, что. Thank you.
Да, алло. Андрюх, где тебя носит? Звонили из больницы, говорят, не получили заказ из прачечной. Да, я как раз к ним и еду. Я просто решил дворами путь сократить, а там авария, в общем, все перекрыли, только сейчас выезжаю. Быстрее! Да я еду, еду, да. Да, это вещи и сумка моей жены. Но я не верю, что мы с сыном. Кирилл Сергеевич, я прошу вас, не волнуйтесь. Сейчас все зависит от показаний вашей жены. Так и чего мы стоим? Пойдемте тогда допрашивать я ее. Я не смогу допросить ее в вашем присутствии. Это может повлиять на показания. Если она таким образом собиралась отомстить именно вам, то мы не добьемся от нее правды. Подождите здесь, возле больницы. Подождите. Только помните, что моя жена очень хорошо умеет врать. Не дайте ей вести себя в заблуждение. Женщина, я не могу вас пустить. Вход в психиатрическое отделение только для родственников. Я ее психолог. Пожалуйста, позвоните дежурному врачу. Я хочу с ним поговорить. Звоните сами. Телефон отделения на стенде. Здравствуйте, Елизавета Ивановна. Майор Катаев. Вы нашли моего сына? Где он? Я думаю, вы мне скажете, где он. Я уже рассказывала, меня пытались убить, а моего ребенка похитили. Кто же его похитил? Михаил и Нина. Нина обманом вывела нас из реабилитационного центра. Она обманом увезла нас на ферму, чтобы украсть моего ребенка. Мы проверили центр помощи. Там нет сотрудниц с именем Нина. Как нет? Отделение, слушаю. Могу я поговорить с дежурным врачом по поводу вашей пациентки Елизаветы Лебедевой? Это очень важно. Он сейчас на обходе. Звоните после трех. Подождите. Я могла перепутать, ошибиться, но может быть не Нина, но она точно была. Расскажите, что произошло? Не слышите, да? Я почти ничего не помню. А давайте, Елизавета Ивановна, я вам помогу вспомнить. Ваш муж хотел с вами развестись, оформить единоличную опеку над ребенком и ограничить в родительских правах. Вы, узнав об этом, украли ребенка и скрылись в неизвестном направлении. Все было совсем не так. Далее, находясь в психически нестабильном состоянии, под воздействием сильнодействующих препаратов, вы прыгнули с ребенком в реку с моста. Вы выжили, ваш ребенок погиб. Что? Господи, нет! Нет, я умоляю вас, что вы такое говорите? Да, нет, это просто невозможно. Ваш муж говорил, что вы неоднократно угрожали убить ребенка, если он разведется с вами. Этого вы тоже не помните? Я этого не помню, потому что вы обвиняете меня в том, чего никогда не было, вместо того, чтобы искать людей, которые действительно виновны. Я еще раз повторяю, это были мужчина и женщина. Я могу их описать, мы не можем терять время. Женщина, вы дежурного врача искали? Это он. Спасибо. Простите, можно вас? Слушаю. Извините, мне очень нужно попасть к вашей пациентке Елизавете Лебедевой. Я вам сейчас все объясню.
Здрасте. Это ее муж. Нельзя допустить, чтобы они остались с Лизой наедине. Простите, что происходит? Я психолог Центра помощи жертвам насилия в семье. Если вы нам не поможете, может случиться страшное, поверьте. Ваш муж говорил, что вы очень убедительно врете. Я говорю чистую правду. Лиза, вы подтверждаете, что были в зависимости от сильнодействующих веществ? Да, но потому Лиза, что... Лизавета Ивановна, вы подозреваетесь в предумышленном убийстве ребенка. Идемте. Да. Это со мной. Если будет найдено тело вашего сына, вам будет проведена психиатрическая экспертиза. И в зависимости от заключения будет выбрана мера пресечения. Либо арест, либо психиатрический стационар. До этого момента вы будете здесь. Это невозможно. Я должна искать своего сына. Этим займемся мы и ваш муж. Кстати, он здесь. Хочет с вами поговорить. Не волнуйтесь вы так. Пациентка в отделении в безопасности. Увести ее без моего разрешения не смогут. Охрана не выпустит. А есть еще лифт? Служебный. Но туда можно попасть только из другого корпуса. Я по лестнице. Где она? Кирилл Сергеевич, я же просил подождать. Как я могу ждать, когда мой сын... Я вас понимаю и ваше состояние, но... Она призналась? Я думаю, она правда ничего не помнит. Уйти через служебный вход. Через главный, понятно, нельзя. Спасибо вам большое. Спасибо. Слушайте, дайте я с ней поговорю. Хорошо, только в моем присутствии. Давай, Бич. Какая палата? Третья. Какая? Третья. Где она?
Кирилл Сергеевич, пациенты не могут самостоятельно покинуть отделение. Но... Вы не поняли, что эта женщина способна на все? Ну, конечно, и ты здесь. Где моя жена? В надежном месте. И она готова поговорить с вами, но только в моем присутствии. Кирилл Сергеевич, успокойтесь. Мы согласны. Идемте со мной. А мы утром тебя ждали. Здравствуй, Синечка. У меня с утра много заказов было, я не успел. Извините. Зайдешь ко мне за накладной. Хорошо. Ну и где она? Только что была здесь. Что тут происходит? Майор Катаев, из вашего отделения только что сбежала пациентка, подозреваемая в особо опасном преступлении. Это невозможно. Да тогда где она? А посторонних я попросил бы покинуть отделение. Что вы тут устроили? Проходной двор? Вы взбаламутили всех пациентов. Слушай, ты, я отсюда никуда не уйду, пока ты мне мою жену не найдешь. Ты понял? Ты арестуй ее, это она помогла избежать. Арестовывайте. Кирилл Сергеевич приказал. Давайте. Сообщите о побеге на пост охраны. Вас я попрошу остаться здесь, на выяснение обстоятельств. Кирилл Сергеевич, давайте не будем тратить времени. Никого не вижу, шеф. Давай блокируй служебный вход. Принял. Блокирую служебный вход. Смотри, в следующий раз не опаздывай. Хорошо. Ты кто такая? Эй, ты кто? Откуда ты тут? Я сбежала из больницы. Отпустите меня, пожалуйста. Это очень-очень важно. Слушай, иди сюда. Нет. Иди сюда! Мне еще не хватало. Из-за сумасшедшей потерять работу. А ну не дергайся! Я не сумасшедшая! Я тебя отвезу туда, откуда ты сбежала. Только не в больницу, только не в больницу, пожалуйста, нет! Да нет, ну нет, ну только не в больницу, пожалуйста! Так, я кому говорю, не дергайся? Ну, пожалуйста, ну пустите меня, это очень важно! Послушайте! Да ну сиди, не дергайся! Ты кому говорю? Зачем вы это делаете? Ради твоей же безопасности! Да не дергайся ты! Я не сумасшедшая, у меня похитили ребенка, пожалуйста, помогите мне, я вас очень прошу! Ты сейчас придумаешь все, что угодно, лишь бы сбежать! Я вас очень прошу, я не вру, он правда в беде, его похитили очень плохие люди, пожалуйста, помогите мне! Так, а ну послушайте так, меня. Не дергайся! Выслушайте меня, тихо. Я не вру, да тихо. Я не вру! Тихо, не дергайся! Послушайте меня!
Если вы вернете меня в больницу, а наш сын останется у людей, которые его похитили. Это будет на вашей совести, вы слышите? Вы слышите? Пожалуйста! Я вас очень прошу! Пожалуйста! Пожалуйста, не надо! Я так понимаю, что она опять бежала, да? Она слаба, она под действием препаратов, она в больничной одежде. Не могла далеко уйти. Вы мне уже говорили, что она не сможет выйти из больницы. Не исключаю, что ей кто-то помог. Кто-то? Психологиня эта ненормальная ей помогла. Я не понимаю, почему вы ничего не предпринимаете в ее адрес. Мы проверяем всех возможных причастных. Кто мог ей помочь? Вы должны мне сообщать обо всем, что будет происходить. Если вам так будет спокойнее, Кирилл Сергеевич. Хорошо. Хорошо. Будет. Андрюш, ты чего, забыл, что ли, чего? Зиночка, извини, я, походу, накладную потерял. Ты можешь еще одну распечатать? Не вопрос. Спасибо. Я сейчас прибегу.